Привет, ребята! Привет вам из моего сада! Привет вам из Лондона! Сегодня 22 октября. Кто любит нумерологию, тому этот день, конечно, кажется каким-то очень необычным, потому что это 22 один, потому что 10 – это единица, и в конце опять 22. Ну, а кто уж очень любит нумерологию, для того это 22, единица плюс двойка – это тройка, и в конце опять 22, то есть 22, 3, 22. А 3 – это очень священное число, уже не говоря про число 22, ребята. Ну, это я так сказать, для закваски. Сейчас 2 часа дня, причем 14-14, и 18 градусов тепла в Лондоне. Очень тепло, немножечко хмарно. Вроде бы к вечеру обещали дождь, но, как видите, и второе такое изменение. Я немножечко поменяла локацию в своем саду, села поближе к пальмам, потому что розочка моя уже, как говорится, все-таки октябрь, ребята, месяц, хоть и тепло, она уже, короче, уже все. Значит, я бы хотела сейчас вот отдельно записать видео, чтобы закончить немножечко на тему, как же я лечусь отдельно. Так сказать, это видео такое больше, наверное, информация к размышлению. Вот, чтобы вас сильно не запугивать сразу этой информацией и не отпугивать, я скажу, что это мой личный метод. Он основан только на моем личном, очень печальном, так сказать, тяжелом опыте. И если он вам поможет, я буду рада. Ну, если вы посчитаете, что это какая-то ерунда, то просто посмотрите, как красиво выглядят пальмочки у меня за спиной. Вот, потому что потом я еще запишу другое какое-нибудь видео, можете на него потом перейти. Значит, кто смотрел предыдущее видео, то видел, как я вся такая, вся, извиняюсь за выражение, в соплях сидела. И сейчас еще немножечко, так это немножечко дыхательные пути, как вы видите, немножечко забиты, но горло вот перестало практически болеть. Почти. Значит, я уже сказала, что я заболела в среду, в ночь на среду после вторника. Значит, теперь как я проанализировала причину своего заболевания и как я поэтому лечилась. Значит, сразу скажу, что я это, значит, проанализировала. Так, во вторник, каждый вторник я хожу к своему китайскому доктору на массаж и акупунктуру, не могу выговорить это слово, вот, на иглоукалывание. Долгое время я также принимала всевозможные разные его, по его личную процедуру, он просто составляет каждый раз новую рецептуру на неделю. Я пропивала какие-то там его травки. Вот, я от них отказалась, хотя он говорит, тебе еще надо, но, как говорится, бабосов нет. У бабосов, у матросов нет бабосов, так что это и так я уже, как говорится, просто знаю, что мне надо, поэтому я вот все-таки, ну, хожу на вот это, но тоже очень тяжело, между прочим, это все не бесплатно. Значит, во вторник я пошла к врачу. Не этот вторник, а на прошлой неделе. Мы последние, наверное, 6 недель занимаемся нижней челюстью.
Тот, кто сейчас услышал про нижнюю челюсть и вылупил глаза, я советую вам обратиться к большому количеству просмотренных мною видео, значит, по терапии, которая не признана официальной, конечно же, медициной, называется она мезотерапия. В России существует несколько очень, я бы сказала, ведущих и интересных специалистов в этой области. Они, конечно, есть и здесь, но, как вы сами понимаете, ценовой этот, как бы, разброс очень разный. Вот. Поэтому я еще хочу вот что добавить, это очень важно. Древние египтяне говорили так, что знание подобно добру, нельзя разбрасывать как попало. Кто читал Таис Афинскую, товарища Ефремова, тот помнит, о чем это, конечно, идет речь, про Таис Афинскую. Вот, я тоже побывала в Египте недавно, как говорится, прикоснулась. Вот, кто не читал Таис Афинскую, очень советую почитать. Так вот, один болгарский парень мне когда-то давно еще, когда в 14 году в Болгарии, он мне сказал так, он сказал, что русские, я, он, ну, русские, они знают, то постарше, я русский язык, значит, изучал в школе, я очень рад, потому что, ну, английский тоже он знает, но он говорит, я потому что по моей теме, по сельскому хозяйству, русские выкладывают бесплатные всякие разные видосы, вот, а зарубежные, они никогда бесплатно не выкладывают. Вот, они все платно делают. Поэтому, как вы заметили, я тоже как бы стараюсь и делиться информацией бесплатно. Потому что если бы я это старалась делать на западный манер, то я бы тоже сказала, что там подписывайтесь, шлите мне деньги или переходите на мой запасной канал. Ну, в общем, деньги-то нужны или всем деньги нужны. Но я как бы думаю немножечко как бы так стратегически строю свои планы, потому что меня, к сожалению, никто не двигает, как это делается с другими товарищами или как они продуманно делают сами. Вот, это я вот к чему сейчас все это вот вам изложила. Русские делают видосы, они их выставляют бесплатно. И вы можете это знание почерпнуть, но лично вам для этого нужно время. А я уже его, это знание, почерпнула, и на основе этих знаний уже я строю свои, как говорится, анализы. Значит, и вот теперь вот возвращаемся снова потому что я сказала перед этим длинным вступлением. Поскольку я пришла к выводу, что в построении баланса, мы с вами начинали про блуждающий нерв, помните? Вот. Значит, мы очень долго занимались блуждающим нервом с доктором, больше года. Блуждающий нерв очень сложно поставить на место. То в балансе очень важную роль играет нижняя челюсть, которая лично у меня была свернута справа налево в результате нескольких травм. Ну вот кратко, кто понимает, вы же знаете, удар в челюсть в боксе, да, имеет очень большое значение для того, чтобы человека, что называется, уронить. Вот, я убеждена, что вот эти вот травмы челюсти у боксеров и вообще у борцов и так далее, они играют очень важную роль в их реабилитации.
да, реабилитация челюсти, вот этих травм. Вот. И я пришла к выводу, что мне нужно обязательно поставить челюсть на место. И доктор мой, он очень такой, знаете, китаец. Что он себе думает и что он себе ходает, это у него надо спрашивать. Но он идет со мной вместе по пути оздоровления, моего оздоровления. И практически на прошлой неделе был достигнут очень большой результат. То есть практически уже как бы практически уже все вопросы уже решены у нас с ним за 2 года. И я себя чувствовала очень хорошо. Да, я себя чувствовала очень хорошо, но в последнее время у меня появилась такая знакомая. Она у меня появилась 9 мая. Вот когда ходят, ну, знаете, 9 мая мы все ходим куда-нибудь там цветочки возлагать. Здесь мы тоже ходили, возлагали, там тоже интересно все это было. Но сейчас не важно. Значит, и вот она оттуда у меня появилась. Я ее хорошо знаю, потому что каждый год мы ходим на это 9 мая. Ну, в смысле, визуально я ее знала. Так я ее не знала. У меня появилось несколько знакомых после этого 9 мая. И она как-то вот так вот, ну, в общем, короче говоря, мы с ней особо не общались, но потом она как-то начала меня так упорно, даже пригласила к себе на день рождения, на прошлой неделе, в воскресенье, приходи на день рождения, кроме меня никого она не пригласила. В общем, у меня было какое-то такое чувство, что ей что-то от меня надо, что от меня ей надо, я не понимала. Оказалось, что она пошла в госпитальную операцию, и там в госпитальной операции она сделала себе какую-то операцию, и, в общем, короче говоря, по законам Британии ты находишься в госпитале, даже ты родила, и тут же тебя выписывают через 2 часа домой. Вот. И тебя кто-то должен забрать. Вот, и ее кто-то должен был забрать, и у нее никого не было, кроме меня, которую я знала только 3 дня, как говорится. Вот, и она, значит, меня попросила, чтобы я ее забрала из госпиталя. Я скажу честно, что вот теперь уже научен горьким опытом, я, наверное, отказалась. А поскольку я такой человек, вот, ну, я пообещала, ну, раз я уже пообещала, хоть я и не хотела, мне вот жалко. Вот, понимаете, мы теперь переходим к медицине. Когда тебя ловят на твоих слабостях. И вот она меня поймала на этой слабости. Еще раз повторю, я себя чувствовала очень хорошо уже физически, я даже сплю очень хорошо, потому что вот эти вот соседи наверху, они уже месяц как меня не беспокоят больше. Вот. И я поехала после работы черт знает куда. Вы должны понимать, что город Лондон в длину 80 километров составляет. Например, мне до центра Лондона из моей зоны ехать 26 минут на метро. Я не знаю, сколько это в километрах. Я все меряю в часах. Да? Вот. Так вот, туда, куда я ехала, а это за город, да, в другой район, вот, я ехала туда почти 2 часа. Сначала я ехала 40 минут на автобусе до Стратфорда, а потом от Стратфорда на вот этой вот новой ветке, которая называется Элизабет Лайн. Ну, вот это новая, 10 лет ее начинал строить Борис Джонсон, ее заложили в честь Олимпиады. Она идет через весь Лондон, она идет через весь Лондон до Хитроу. И, допустим, от моего района, если ехать до Хитроу, можно на метро. Вот, но это на метро, это, наверное, тоже 2 часа на одном только метро телепаешься. В общем, это очень долго. А на Элизабет Лайн
до Хитрово из центра гораздо быстрее. Но люди умные мне сказали, что это стоит 10 фунтов заплатить за этот проезд. Я это не знаю ничего, но вообще в центр очень дорого стоит. Любая поездка через центр стоит дороже, потому что мы живем в третьей зоне, их 6, и вот мне, наверное, надо было из третьей в шестую. А это дешевле, чем если бы я ехала из третьей в первую. Так. Ну, значит, я поехала на этой Элизабет Лайн. Она ничего такого особенного из себя не представляет. Поезд и поезд, просто это поверхностная, полностью поверхностная линия метро. Ну, похожие вагоны. Я ездила на похожем вагоне где-то в Испании. Так что, ну, в общем, хорошая, хорошая. Никаких претензий. И я туда приехала, и там я шла под дождем, начался дождь, я под дождем пошла от метро, в общем, мне люди сказали, как пройти, в общем, подсказали, госпиталь очень хороший, огромный, красивый госпиталь, построен, как мне потом уже сказали, ну, до Олимпиады, ну, где-то в 10-м или в 9-м, когда он там году построен. В общем, современный большой госпиталь, никаких претензий к нему у меня тоже нет. Я эту даму нашла, потому что я, ну, легко в госпиталях себя чувствую. Моя вся жизнь прошла в госпиталях. Я просто себе понимаю, что надо делать в госпитале. Ты должна поймать любого первого попавшегося работника госпиталя и сказать, куда тебе надо. И он тебя доведет чуть ли не за руку, как меня женщина так и довела, что они даже удивились. Потому что на самом деле я должна была сидеть где-нибудь там, звонить куда-нибудь. Потом, в общем, я это быстро все оформила. И потом мы поехали назад на такси. И вот это вот уже, как говорится, начало было вот этого вот конфликта. Потому что эта дама проявила себя, прямо скажем, во всей красе. Вот. И таксист, и я, мы оба получили по полной программе. Стало понятно, почему она, так сказать, одинокая, нет у нее друзей и кого-то, кто мог бы ее сопровождать. Это был такой удар, что я, ну, в общем, я пешком шла от ее дома до своего, это минут 50, наверное. Ну, я была такая, в таком шоке, я на нее накричала, потому что я не ела весь день. Вот, я черти где моталась из-за нее, и она мне еще устроила истерику. Вот, и вот видите, даже трудно стало говорить, пересохло горло, потому что это все... Все это, конечно, на нервной почве делается. Ну, сейчас пока.